просто в тебя втюрилась, трескалась, крошилась, потеряла голову, врезалась, вляпалась. Ой, я просто в тебя втюрилась, трескалась, крошилась, потеряла голову, врезалась, вловилась. Это привязанность, самозабвение. Это зависимость, это влечение, безумство, мания, тяга. Самый механический процесс, снова заиграют гормоны. Это просто что-то в голове, е-е-е. То, что по ошибке называют любовь. Красавец Ишигами – это мальчик мраморного окраса, длинношерстный, очень-очень красивый, в поисках самой лучшей и ответственной семьи. Посмотрите на эти глазки, покажите нам его спинку, какая она пушистая, и малыш только начал одеваться. Снимаю близко, чтобы можно было рассмотреть эту красоту. Мальчик будет весить около 3,5 килограммов. Это стандартный любимец для любви, для обожания, для целования. Продается совершенно недорого. Самое главное, что он абсолютно здоров. Кто хочет такого красавца, это сын нашего Ролекса. Это разведение наших кровей питомника Костропола. Вот такой крупненький получился любимчик. И уже самое главное, готов к переезду. Ему пошел 7-й месяц. И больше он уже не вырастет. Привит, имеет документы клуба. А самое главное, ласковый и нежный характер. Очень ждет свою семью. Вот такая вот прелесть. Красавчик Ишигами. Мальчик 6 месяцев. В поисках самой лучшей и ответственной семьи. Это чихуахуа мраморного окраса. Длинношерстный. С шикарной шерсткой. Которая только начала расти. Будет очень хорошо одет. Смотрите, какой красавчик. Мальчик в поисках самой лучшей ответственной семьи. Характер изумительный, ласковый, нежный и очень хочет найти свою самую любящую семью. Вот такой носик-курносик. Вот такой красавец Ишигами ищет свою самую любящую семью. Есть доставка из Симферополя недорогая по России. Все вопросы уточняйте по телефону под видео. Совершенно недорого. Малыш ищет свою семью. Вот такой шикарный хвостик. И малыш только начал одеваться. У него курносая мордашка. Покажись, ишь. Вот такое вот чудо. Вот такой милый-милый красоту. Ну кто же разглядит его? Где твоя мамочка? Где твоя семья? Вот такой вот милаш. В поисках ответственных владельцев. Продается недорого. Прекрасный мальчик чихуахуа по кличке Ишигами. Это малыш. Черно-подпалый мрамор. Ему 6 месяцев, он уже полностью вырос, он длинношерстный, у него очень-очень красивая, шикарная шерстка, и он еще только начал обрастать, будет очень хорошо одет. Мальчик продается очень недорого, он крупненький, он больше 3 килограммов, но опять же, он больше не вырастет. Посмотрите на это милое лицо, курносик, красавчик, в поисках самой лучшей и ответственной семьи. Доставка есть, документы, прививки, все в порядке. Вот такое вот чудо Ишигами.